Здоровченко! Здоровченко! Рыжко великолепный себе места не найдет. Я, видите, убрал уже вот эти вот подстилки. Из-под него положил обратно то, что было. Но все, он уже отвык. Отвык. А где дружок-то твой? Рыжулечка, где твой друг? Пискля. Пискля голубоволосая. Все, вот так вот. Пришел гость, погостил, пожрал и ушел. Да? А Рыжулечка с нами тут остался. А Рыжулечка вроде и не гнал его никуда. Тот шипел. Ну и в итоге ушел. Так что вот так вот. Сейчас мы с Жучком пойдем погуляем и поищем. Может найдем. А может найдем, да? Может найдем его еще и накормим. Ну, кстати, я знаю, кто это. Это кошка-мышка. Помните, кошка-мышка была у нас? Да. А это ее котеночек. 100%. 100% это ее котеночек. Все. Начался, вернее, закончился дачный сезон. Вот сегодня суббота. Сегодня суббота. Уехали дачники и оставили кошку-мышку с ее котятами. Скорее всего, так и случилось. Так. Вчера, кстати, у Лёхи повара день рождения было. Ходил к нему. Что вы думаете, вечером приезжаю на машине, а Лиска, Лиска на дороге. Вот, вот тут за забором. То ли она перелетела, то ли они как-то через дядю Мишу там лазейку какую-то нашли. Одна Лиска. Анжела говорит, все, у нас гусей украли. А Лиска, видно, сбежала. Нет. Анжела пришла. Гуси на месте. Два гуся на месте, а Лиска на дороге ходит одна. Я ее... пойдем домой. Она ни в какую. Ну, в общем, загнал ее. В общем, они у нас вот такие вот. О, молодец! Молодец! Молодцы! Молодцы! Лиска, не отрывать головы! Беги быстрее, Анжел, беги! Беги! Я дверь открыл, беги! Так, не прищеми дверью, только бошку ей. Сейчас я их открою. Так, ну-ка быстренько от С2. Ну-ка быстренько, давай. Пиндалька вам? Ты чё? Пиндалька, тебе сейчас дам. Это что такое? Это кто такой? Это кто такой хулиганистый? Иди сюда. Нет, Анжелку не надо жрать. Она еще нам пригодится немножечко. Да, немножечко пригодится. Потом, потом подумаем. Если не понадобится, сожрем. Да? Если не понадобится, то сожрем. А пока не надо. Пока не надо, Лиска. Лиска путешественник, а? Тебя вчера с дороги подобрали. С дороги подобрали тебя. Да, вот тебя с дороги подобрали. Пластиковый клюв. Да, брошу тебя там. Ну, Лиска, какие же вы глупыши. Смотри, смотри, смотри. Смотри, очень хочется. Хороший, Лиска, хороший. Очень хочется, конечно. Хватит гулять с ней. Нормально ты ее развернула. Скажи, кого бояться-то? Так, меня. Надо им зерна насыпать. Водичку, конечно, они расплескали всю. Ульрих, ну ты что боишься-то? Не боись. Не боись. Так, а где у нас? Так, сейчас зернышек вам насыпем. Что такое? Кто хочет прокатиться? В общем, вот такие вот у нас новости. Голубой котик 100% это... Кошки-мышки, котенок. Кошки-мышки, котенок. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Сможем его найти. Покыскаем где-нибудь. Дадим ему покушать, если что. А ну-ка, тихо! Не кричать! Тихо! Вот шпана! Так, Жуч, ну чё, пойдем на поиски котенка кошкина-мышкиного. Пойдем? Да? Пойдем.
Пойдем, жучка, пойдем. Все, взять след, жучка. Взять след, жучка. А ну-ка взять след, Анжел. А вот это что такое? Это твой стакан? Вот так вот, кто-то у нас тут... Да, это как приехал, кинул стакан. Кто-то кидает стаканы. Так, жучка. Да, сейчас мы поскользим тут. Видите, какая у нас дорожка? Сейчас поскользим. Поскользим. Кысь, 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 кысь. Ну, то есть вот тут вот. Мы как раз ехали, и вот здесь вот Лиска. Вот тут вот, где-то она. Мы в фарме ее и осветили. Здесь нигде пролезть нельзя. Тут у меня ходов нет никаких. Хотя, вот я не знаю, ну нет. Может, вот здесь она пролезла, Анжел? Ну не, не должна, да. Это тут невозможно пролезть. Маленькая дырка для нее. Где-то она через дядю Мишу прошла. В общем, вот так вот. И вот здесь вот она одинокая, ходит туда-сюда, туда-сюда. Я ее веду туда, она убегает с той стороны. Я обратно, то есть с двух сторон с Анжелой ее загнали еле-еле. Вот, смотрите, вот она, кошка-мышка. Кошка-мышка, да? Осталась одинешенька? Осталась одна одинешенька? С выводком своим. А че к нам не заходишь, друг мой сердечный? Где твой голубой котеночек? Ну? Ну хорошо, мы придем сюда, тебе положим покушать немножечко. Наверное, ее оставили. Да, ей оставили на год вперед. Кошка-мышка. Да, рыжий тебя приводил же к нам. А ты не хочешь кушать. Где твои остальные охлобысты? Где-то еще остальные. Да. Вон он еще один, видели? Вон вылез. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вон он. Ну вы даете. Ну у вас тут кошачье царство. Кошачье царство. А че к нам не заходите? Куда нам? Куда? Нет, не надо. Вот. А может, Лиска за ними охотилась как раз? Я думаю, да, Лиска за ними охотилась. Ну что ты, мой хорошенький? Что ты, мой хорошенький? Да, голодаем. Голодаем понемножку. Но мышей ловите. Рыжий, что тебе, ничего не приносит? Ничего не приносит? Ну, на обратном пути сейчас прогуляемся. Что-нибудь вам принесу. Ну, через сетку-то ты не пролезешь. Через сетку ты не пролезешь, мой хорошенький. Да? Это Васька. А это Васька серый, да. Но это не наш. Не наш. Нет, вы не наши. А? Ну, пойдем посмотрим. В общем, вот видите, тут царство кошачье. Недалеко от нас. Но у нас гуси. Да. Да, вот вы сейчас тут расплодитесь у нас. Да, расплодитесь? Ну, молодцы, сейчас расплодитесь. Да, вам только создай почву плодиться. Так, жучка нас ждет. Жучка ждет. Идем гулять. Ну, пока не стемнело, мы прогулочки пришли. Вот несу им сухой корм. Мисочку. Не знаю, как только им поставить сюда. Здесь же забор везде. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Идите сюда. Кс-кс-кс-кс. О, бегут, бегут, бегут торопышки. Бегут. Давайте, идите сюда. Вот тут у вас дырочка есть. Давайте вот тут сейчас и поставим вам, да, немножечко. Идите, мои хорошенькие. А вот у вас здесь лазеечка, да, мои хорошенькие. Кушай. Давай, подожди. Вот сюда вот поставим. Нать. Кушайте. Кушайте. Ну, идите. Иди кушай. Охлобыс 13-й. Давай, рыжий 12-й, ты 13-й будешь. Иди, не боись, я отойду подальше. Иди. Иди кушай, я вон приближу лучше. Ну, Мордыхай. С добрым утром, тетя Фая. Вам привет от Мордыхая. Да. Ну, голодненькие. Голодненькие. Кошка-мышка-то, она поди опять беременная. Ох, сейчас расплодится здесь, да. Ну, конечно, конечно.
Сейчас расплодитесь, мои хорошенькие. Куда от вас деваться? Да. Ну, котеночка-то своего покорми немножечко. Сама только жрет. А где же голубенький-то, красавчик наш, которого я украл в прошлом видео? Но я его, правда, не отсюда украл. И вот видно, вот это вот 100%, наверное, котик. Потому что котик обычно за мамкой ходит до последнего. Это я помню по своим. Муська уже не ходила, а Мурзик был с Муськой. Он за мамкой ходил как хвостик. Туда-сюда, туда-сюда. Вот. Ну, в общем, не знаю. Оставлю пока я мисочку здесь. Может, кто еще? Может, рыжий придет, доест. Вот, буду им сюда класть еду. Ну, друзья мои, сердешные, голодаете. Ну, все, вот так вот. Не знаю, может, конечно, их кто-то подкармливает. Может быть, я тут вижу мисочки там у них какие-то. Кто? Ну, кто? Не знаю, может, кто из деревни приходит. Может, кто с других дач. Может, она попросила подкормить их. Ну, в любом случае, видите, кошка-мышка от нас-то ушла вон когда. Давным-давно. Мы ей предлагали условия, и с рыжим жить могла, но нет, наши условия не приняли, потому что, во-первых, там жучка у нас, во-вторых, гуси, для них это все-таки как-никакой стресс, поэтому они тут жили самостоятельно, выбрали свой ареал обитания. Ну ладно, мои хорошенькие, кушайте, вот, а мы пойдем, ну, будем периодически навещать вас, подкармливать. Жуч, ну что ты? Чё скачешь, мой хорошенький? У нас вон своих забот, да, скажи, сколько? Сколько забот? Жучка сейчас накормим, да? Жучок, ну тебе попозже бы, да? Сейчас рановато. Сейчас вот у нас свой охлобыст 12-й, Рыжко великолепный, подчивает, да? Подчиваете. Да, Жуч, чуть попозже. Сейчас всех накормим. Рыжко, ну ты чё? Всё? Покушал? Все покушал, ну молодец. Жуч, я тебя покормлю, когда буду гусей укладывать. Да, тогда я тебя покормим. Не подглядывай. Голодранец. Голодающий. Жуч, ну что ты из себя голодающего изображаешь? Какие же вы все-таки попрошайки. Пойдем, чуть-чуть дам тебе сушничка, насыплю так, чтобы принять участие тоже. Чтобы приняла участие. На, немножечко. О, жучка, это что-то. Кто этот сушняк не ест, то кидается на него, как с голодного края. Да, рыжуль, ну чё, дружок твой не нашелся. Твой дружок не нашелся. Рыжий, вон какой уже батон, видали? Вон, щеки какие отъел. Вон какие щечки отъел, да, рыжулечка? Молодец, 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 рыжулечка, щечки отъел. Да. Сейчас придут к нам скитальцы, я думаю, с соседних участков. Сейчас, не знаю, если гуси добро дадут, таможню пройдут гусиную, то может залезут. Вон, хоромы, видите? Так никому не нужны. Вот эти хоромы не востребованы. Вот хоромы тоже не востребованы. Никому. Рыжий в них не живет. Рыжий живет в своем рыжем царстве. Оранжевом государстве. Вон, гуси заорали, рыжулечка. Гуси заорали. Ну вот так вот, на сегодня вот такой вот коротенький ролик я вам выложил, друзья мои. И посмотрели и гусиные атаки Анжелку, как они атаковали. И рыжего жучку вам показал. И даже кошку-мышку показал. Рыжий, ты-то знал, где кошка-мышка живет. Не молчал, нам не говорил. Да. Ну все, ребят, увидимся в будущем. Пока!